Добрый день, дорогие друзья! Сейчас покажу вам фокус с резинкой. Берем резиночку, одеваем ее на два пальца, закрываем. Смотрите, что произойдет. Раз, два, три. Оп, резинка наложена на других пальцах. Что я не понял? Кто не понял, повторяю. Берем резинку, одеваем, закрываем руку, делаем раз, два, три. Усложняем задачу. Берем еще одну резинку, наматываем на пальцы. Вот, видите? Закрываем руку. Делаем раз, два, три. Резинка стала у нас на другом пальце. Верьте в чудеса, они сбываются.